А божественная литургия в честь одного из главных церковных праздников Рождества Христова состоялась в храме Преображения Господня. В ночь на 7 января службу совершил благочинный Люберецкого округа священник Вячеслав Новак. Рождество является одним из главных христианских праздников, установленных в честь рождения во плоти Иисуса Христа. В сочельник закончился рождественский пост и начался отсчет 12 святочных дней. Финальной точкой святок станет крещение. Православные отметят его 19 января.